Ну что ж, друзья, я вас всех приветствую на своем канале. Это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Сегодня ко мне приехал шуруповерт. Приехал ко мне за 14 дней по факту получения, или 10 дней, если бы служба доставки iMail вновь не тупила. Кстати, заказ шел с Москвы, даже за 10 дней, ну, выводы делайте сами. Я уже записывал видео про AM Logistic, про эту службу доставки, когда делал распаковку пауэрбанка Xiaomi в 2016 году. Тогда я вам говорил о проблемах с пунктами выдачи, и по сути ничего не изменилось, а стало только хуже. Так что прежде чем приступить к распаковке посылки, поговорим об этой службе доставки. Дело в том, что AliExpress, как всегда, указывал приблизительные сроки доставки моей посылки, то есть с 4 по 9 апреля, касающиеся именно этой доставки. Вот, и так как я помню, что от этой службы доставки приходит смс, уведомление, я просто ждал крайнего срока, то есть 9 апреля. В итоге я прождал до 13 апреля включительно и решил поинтересоваться о новых сроках доставки через сайт Алиэкспресса, где я увидел надпись, что я уже получил смс-уведомление о своей посылке, но по факту ничего не было, разумеется. Затем я открыл вкладку, где увидел, что что-то не совсем понятное на самом деле. Я увидел надписи «Новокузнецк ПВЗ», я так думаю, что это пункт выдачи заказов, номер 8. А также смс-уведомление «Отправлено». Вот. Почему не совсем понятное? Да просто я не понял, приехала ли посылка по факту или нет. А также, что это за пункт выдачи номер 8? Ни адреса, ничего нету. Ну, я подумал, пускай даже она и пришла, и как же мне тогда найти этот пункт выдачи, да? Я начал пробивать информацию на официальном сайте iMail, ввел номер заказа, защиту от ботов. В строке выше пишет Новокузнецк 8, можете видеть, а карту мне открывает Ростова. Ну да ладно. Набрал вручную свой город, и карта мне выдала 4 пункта выдачи в центральном районе. Но когда я пытался найти пункт выдачи номер 8, то ничего подобного нигде не было. Ну да ладно. Я решил пробить информацию по Дубльгису, тем более, что там и номера телефонов есть, да? Можно позвонить и узнать. Но, как вы можете видеть, пунктов выдачи уже не 4, а 2. И прошу заметить, уже нету тех пунктов выдачи 2016 года на улицах Циолковского, Мичурина. Теперь они на Металлургов и Ушинского. Ну, бывает, может быть, закрылись, либо переехали, да? Всякое же бывает. Я все же хотел позвонить рандомно, на самом деле. В первый попавшийся пункт и найти пункт 8, номер 8, да? И как вы можете видеть, в этих пунктах выдачи только единый московский номер. То есть напрямую в пункт я не могу дозвониться. Ну да ладно. Я позвонил по московскому номеру и слушаем. iMail, служба доставки заказов из интернет-магазина. Мы будем рады ответить на ваш звонок с понедельника по воскресенье с 9 до 22 часов по московскому времени. Вы также можете заполнить заявку на нашем сайте iMail.ru или оставить голосовое сообщение, назвав номер телефона, по которому с вами удобно связаться. Мы обязательно вам перезвоним. Чтобы оставить сообщение, нажмите 1 и говорите после сигнала. Спасибо. В общем-то, Москва всегда была отдельным государством, можно так сказать, и у них там своя атмосфера. Вот такое отношение компании к своим клиентам. И да, звонил я до обеда. Но потом я решил полазить в Дубльгисе по отзывам от данной компании, и увидел я в этом что-то свое. Сами посмотрите.
В общем, я понял, что меня везде опрокинули и решил начать свой поиск с ближайшего пункта выдачи, а именно с Металлургов 20. Дошел, спросил, как пройти, и увидел что-то типа места, откуда можно забрать посылки, доставляемые аймейлом. Это даже не их контора, эта контора называется Айсклад, то есть Айсклад выдает посылки разных служб доставки. Я начал спрашивать, а почему нигде нету, ну, обозначения пункта номер 8, да, от AML, почему не было по факту смс-уведомлений и масса других вопросов. Ну и, как ожидалось, в ответ просто разводили руками. Блять, да у них даже на баннере нету надписи AML. Ах да, девушка мне сказала, что AML-овцы не смогли прочитать мой номер полностью. Смогли прочитать только последние 4 цифры, что-то типа этого. Номера у них, блять, не было. А что же делать в том случае, если вы не смогли получить номер телефона клиента, который находится, блять, в свободном доступе на Алиэкспрессе, и когда знают его даже Почта России, СДЭК, а также знала ваша служба доставки AML в ноябре 2016 года? Правильно, прислать уведомление о том, что вы получили смс о вашем товаре, которого по факту, разумеется, не было. Что, в итоге я забрал посылку, сказав свои данные, имя, фамилию, а также предоставив паспорт. Вот такая небольшая предыстория. Теперь вы можете знать, где находится пункт выдачи посылок службы доставки AML. Пункт выдачи номер 8, да, он находится по адресу Металлургов 20. Возможно, это чем-то вам помогло, то есть вы немножко больше теперь знаете об этой службе доставки, как она работает, как она общается со своими клиентами, с заказчиками. Вот, собственно, теперь можем приступать к распаковке нашей посылки. Хотелось бы сразу отметить, что сама упаковка, в принципе, очень добротная. Мне она нравится, то есть здесь претензий у меня практически нету. Есть тут небольшая вот косака, да, то есть это вообще не такое, не глобальное, не серьезное. Вот, ну, все как обычно, сейчас проверим целостность, да, товара. Вот, также мы, если аккумуляторы заряжены, да, мы проверим его работоспособность. Вот, все это, короче, проверим с вами. Да, на самом деле, вот еще хотелось бы сказать то, что действительно, я думал, что Почта России это дно, да, но на самом деле нет. На самом деле есть персонажи такие, которые более наплевательски относятся к своим клиентам. Итак, вскрываем. Здесь у нас ждет такой кейс. Да, я заказывал именно с кейсом. То есть из допов был кейс и два аккумулятора. Вот, то есть чем отличается этот набор от других вариаций пака. Вот, сейчас мы, короче, это вскроем. Вот мы сразу видим, у нас здесь инструкция, да. Сейчас посмотрим, есть ли на русском языке. На русском языке нету. Здесь нам говорят спасибо. Также просят оставить наивысшие оценки, да, за товар, приобретенный и доставленный. То есть время, да, получается. Все здесь указано. Ну и вот как бы сам Шурик. Видим, что аккумулятор уже у нас здесь стоит, да. Аккумулятор у нас, кстати, на 21 вольт. Тут у нас, да, стоит блокировочка, нейтральное положение, то есть можете видеть. Я думаю, многие пользовались шуриками, поэтому не новинка, да, ничего такого. Все знают, как что. Так, здесь у нас, наверное, заблокировано сейчас. А, или... просто жестко нажимается. Ладно, потом разберусь попозже. Да, сверкает он, конечно, бодро сзади.
Как можете видеть, тут у нас такая вот индикация есть. Да, в обе стороны, короче, у нас все работает. Это что касается этого аккумулятора, да? Сейчас мы вакуум снимем, вот так он снимается. Тут у нас есть обозначение минус-плюс, да? Ну, разумеется, здесь не перепутал, потому что его по-другому не вставишь. Поэтому обозначение могли бы, в принципе, не писать. Это у нас второй аккумулятор, да? Тоже все работает, отлично. Тут у нас стоит 12 положение, да? Поставим его на самое минимальное, так скажем. Честно говоря, я отличий сильно не чувствую. Вот. Сейчас мы поставим его на 18 положение. Ну, разумеется, отличия не будет, потому что это все-таки усилие, да? Которое у нас обозначается в ньютонах, да, получается. Это будет уже непосредственно на деле сказываться. То, как вы будете закручивать. Сам патрон посмотрим, да? Все у нас крутится, получается. Все регулируется. К этому тоже претензий нету. Всякие таблички. Тут у нас есть такой вот шнурок. Очень, кстати, удобный, да? Так, давайте посмотрим, что еще есть в комплекте. Это, мне кажется, вроде как должны быть биты для данного шуруповерта. Да, это у нас биты. Магнитная, как вы можете видеть. Магнитится. Вот, да, сюда, допустим, получается. Ну, это понятно, это сам шуруповерт вставляете, либо так, да, либо так. Вот, и это получается переходник для вот таких вот бит. Причем магнитный. Да, бывайте, короче, вот можете, кстати, видеть то, что она такая вот резиновая. Вот, вставляем. Да, магнит чувствуется. Удерживает очень даже классно. И все, и поперли. Так что, что хочешь сказать, все работает на самом деле. Очень даже круто. Что касается зарядки, я думаю, что она тоже рабочая. Вот, в принципе, обязана должна быть рабочая просто, иначе открою спор, деньги сниму. Вот, я как бы, да, позже проверю, потому что у меня сейчас нету розетки поблизости. Вот, что хотелось бы сказать по характеристикам, да. Пишется, что номинальная мощность, да, 170 ватт, получается, аккумулятор у нас на 21 вольт, как вы видели уже, там была надпись. Крутящий момент у нас 45 ньютонов на метр. Причем, знаете, за такой ценник, да, обычно 35, не больше. Вот, что касается скорости, да, на низких оборотах, что у нас тут пишет? От 0 до 400 оборотов в минуту получается, на высокой скорости до 1400 оборотов в минуту. Очень круто. 2,5 килограмма веса. Вот. Две батареи, как я уже говорил, в комплекте. Биты.
зарядка и сам шурик. Вот, так что очень даже круто. Я товаром на самом деле доволен. Такой же шурик можно у нас взять явно не на 21 вольт аккумулятора и явно не на 45 ньютонов на метр, да, усилия или мощность, как сказать правильно. Вот, здесь можно взять его как минимум на 3000 дороже, чем с того же сайта AliExpress. То есть это просто инфа уже пробитая, да, то есть это уже все как бы было... все это узнавалось, короче говоря, да. Вот, так что, в принципе, я товаром доволен. Вы все сами видели, да, есть такая вот здесь индикация. Переключалка работает, да. Только, да, вот этого получается, я так и не посмотрел. Она просто тугая, скорее всего, да. Вот она, первое положение, второе. У меня просто рука бывает тяжелая, да, поэтому боюсь сломать. Так, это у нас 18. Ну, я говорю то, что вот эти вот режимы, да, они как бы сейчас ни о чем не будут говорить. То есть на холостых, так скажем, она себя не проявит. Ни по звуку, ни по чему другому. Вот. Это все скажется только непосредственно на работе. То есть, когда вы будете, допустим, что-то бурить, да, либо саморез, да, вгонять в дерево, то тогда, да, тогда вы почувствуете разницу. Разумеется, сейчас пока что ничего такого не будет ощутимо. Вот. По сути, все. Рассказал, то есть, рассказал про IML, да, службу доставки, как она просто прорывает новое дно. Вот, я думаю, что Почта России догонит и перегонит. Вот, не хотелось бы, но, скорее всего, так оно и будет. Вот, показал вам распаковочку вот шуруповерта, да. Я оставлю, получается, ссылку на него, разумеется, в описании. Сами посмотрите, да, и ценник посмотрите, и паки посмотрите, да, то есть какие можно заказать с кейсом, либо без, либо с одним аккумулятором, либо с двумя. Вот, сами все посмотрите, доставка с России либо с Китая. Вот, я лично товаром на данный момент доволен, я вам его продемонстрировал. Получается, все работает, все, чтобы я не нажимал, да, получается, не накручивал и так далее, все в рабочем состоянии. Поэтому заказывайте, если понравилось, да, пишите комментарии. Вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки. И до новых встреч, всем пока.